Всем привет, ребята, с вами Локи, и у нас в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Барселона-Манчестер Юнайтед. В прошлый раз мы смогли предугадать общий результат матча, победу Барселоны. Единственное, мы не угадали счет. Посмотрим, как будет в этот раз. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Не забывайте поддерживать видео лайком. Ну и давайте, ребята, приступать. Посмотрим, как получится у команд сыграть. Сначала у нас в прогнозе, ну а уже вечером узнаем, как все сложится в жизни. Сейчас очень неплохая передача на Лукаку. Он уже в штрафной. Передача. Поль Погба надо бить. Удар по воротам. И Тер Штеген спасает. Удар по воротам, и вот уже в игре Де Хея. Какая тонкая передача на Дембеле в исполнении Суареса, но не смог Дембеле пробить. Вовремя вышел Де Хея. Барселона не останавливается. Хотят они тут же забить. Но здорово играют защитники Манчестер Юнайтед. 36-я минута. Барселона заработала угловой. Дембеле пытается пройти поле Погба, но не получилось. И тут же попытка МЮ выйти в контратаку. Эшли Янг набирает скорость по левому флангу. 38-я минута. Решфорд очень неплохо. И можно бить. Удар по воротам и мяч в сетке. Решфорд прошивает Тер Штегена в дальнюю девятку. Был там небольшой рикошет от голкипера, но это не важно. МЮ выходит вперед и Маркус Решфорд делает счет 0-1 на 38-й минуте. Хороший пас от поля Погба. Решфорд залетел в штрафную и вот так вот сильно пробил в дальний угол. И снова МЮ идет в атаку. Пошла подача на дальнюю. Успевает вынести мяч Пике. Ну что, Манчестер под занавес тайма не останавливается. Один гол они забили и хотят забить еще. Но Барселона пока этого сделать не позволяет. И тут пошла уже атака Барселоны. По левому флангу пошла подача, и до удара пока дело не доходит. Лионель Месси. Ракитич. Катают футболисты Барсы мяч. Но уже время первого тайма истекло. Будет ли удар по воротам? Удар есть от Суареса, но Де Хея на месте. Еще один дальний удар, и здесь уже Тер Штеген забирает мяч в руки. Хорошие атаки проводит МЮ, пускай, может быть, не очень часто, но, тем не менее, стараются довести их до удара по воротам. Еще одна подача, удар ножницами, какой гол! Какой гол, это Фред, по-моему! 17-й номер, да, это именно он, шикарная подача Лукаку и Фред. В стиле Криштиану Роналду ножницами забивает мяч в сетку ворот Тер Штегена. 2-0. И просто гол красавец. С 11-метровой отметки Фред поражает ворота и увеличивает превосходство Манчестер Юнайтед в этом прогнозе. Суарес, удар по воротам, и Барселона один гол отыгрывает. Луис Суарес, 78-я минута. И есть еще минут 15, я думаю, в этом матче у Барселоны, чтобы забить еще. Ну или у Манчестера забить третий. Удар Месси, 2-2. Вот так вот за 4 минуты до конца этого матча Барселона забивает второй. И пушечный выстрел Лионеля Месси после передачи Суареса сравнивает счет в этом матче. Ну, прошил. Прошил Месси и защитника, и Де Хею, и чуть ли сетку ворот не прошил. Между ног полетел мяч. Ну и очень сильным получился удар, и в итоге 2-2. Две минуты добавил арбитр к этому матчу. Манчестер Юнайтед идет вперед. Посмотрим, что у них получится. Поль Погба, удар по воротам, но здесь Тер Штеген на месте. Я думаю, все, ребят, на этом 2-2. Вот такой вот предматчевый прогноз у нас с вами получился. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на канал. Ну и сегодня вечером уже узнаем, как же все сложилось в жизни. С вами был Локи, всем спасибо, всем пока.